Найс! Мы с разработчиком сыграем дуэльку! Оу! Спалили обнову на видосе. Ля, разраб спалился. Я ему дал голову. Да это софтеры! Найс, я убил, все. Я застрял! Твою мать, ну я тебя даже не видел. Я манал, ну это кнуфу, пока юзеры! Что ты сделал? Убегай! На! Все. Ну просто посмотрите, как он себя хорошо, вот этот нубик, вот этот, что на первом месте. Мне донат прилетел! А ну-ка! Донат прилетел! Оу! Привет! Полетели. Привет! Ау! Да! От души, брат! 1700. Бро, полетели дуэль, но мы полные нубы. Мой айди, дядь. Но если ты полный нуб, не переживай, больно будет только первые 2 секундочки. Блин, мужики, вот я сейчас чувствую, что тут есть какая-то подстава. Сейчас, если я зайду в профиль, тут 2 легенды. Так, смотрим и... Ха-ха! А чё это за дичь? То есть у тебя в соревновательном режиме элита, а в союзниках ты бронза 3. Чего? Не, ребята, я, конечно, все понимаю, я вот это вообще не понимаю. Ля, дядь, ты че в сосну въехал? А, так ты специально сливал в союзниках до бронзы 3, чтобы все думали, что ты нуб? Понятно, сейчас с тобой так, дядь. А ты че? Ну, бло. А тут у типа новый аккаунт, и он тоже сливал. Ребята, это очень-очень подозрительно. Сразу пишу, ставка. А вот это нормальный девелопер. А, это разработчик. Сейчас играем с разработчиком. Куда у него такие медальки? Как он все поставил? О, дурак. Разработчик зашел. О, нормально. Нормально. Сейчас с разработчиком сыграем дуэльку. Но, инставчик, братья, если мы проиграем, придется тоже голодишку отдавать. Никто не посмотрит, что ты разработчик. Так, ребят, нормально, найс. Найс! Мы с разработчиком сыграем дуэльку. Оу! А-ха-ха! Импулечка! Инставчик, ребят, это настоящий разработчик залетел к нам. Пишу. Играем на 1000 г с вас. На 1000, не, подожди, на 1000. В Сарево нельзя, напишу. Нет. Все, погнали, мужики. Прямо. Опа, инстал пишет, стойте. А вдруг сейчас будет какая-то жесть. Кибербезумие на джиснедов. Тебя ждут киберкейсы от 19 рублей. Бери из них токены, доставай пушку и убей джитрона. Вступай в братство хакеров и прими участие в борьбе за лям голды. От меня ловишь жирнейший промо, который подарит тебе. А, плюс 35% к пополнению. Б, плюс 1 бесплатный барабан бонусов, ну и самое сладкое это С. Это бесплатный кейс кэшбэка. Также на сайте всегда самая отзывчивая техподдержка. Ссылочка на джишку будет в комментариях. 2 минуты! Ой, еба! Он с автом играет. А куда он вышел? Да не-не-не, это реально раздрап, это реально раздрап. 2 минуты ждем его. Ребята, обалдеть! Настоящий разработчик! Я отвечаю, помните, я снимал видосик про разработчика? Он с клана Excelbolt, вот... А ну-ка. Вот-вот-вот-вот. Вот это мой друг. Это инсавчик, это топовый чел. Это лучший просто разработчик из всех. Ну, реально, ну прям топовый чел. Потому что он помог мне сняться видео. Он сейчас в сети, это настоящий клан Excelbolt. Можно перепроверить лично. Все, ништяк. Давай Бэйтёмка пишет. Ну, давай Бэйтёмочка, давай Бэйтёмка, дядь. О, раздрап пишет гом. Напишу. Напишу. На 1000 г играем с... Не, на 1000 р с вас, с нас 1000 г. Все, мужики, погнали. Ля, разраб спалился. Ой, ля, это фейл. Блин. Блин. Ну, зато вы поняли, что это... Пон-пон-пон-пон-пон-пон. 0-2... А, у него 0-23, алё. Так смотри, у него обнова вышла уже. У него 5-й сезон. Что это? У него... Что? Все, полетели. Играем дуэль на 1000 голды. Сейчас будет очень важное. Ответственно. Дуэль потом. Мы проиграть не имеем права, мужики. Только победа. Погнали. Салам алейкум. Полетели. Все, дядь, я тебя прошу. Ля, у тебя даже скинов нету. О, ну нож нормальный, дядь, нож нормальный. Хэштег непогано.
Хэштег нормальный типуля. Все, ребята, это будет максимально потная каточка. Блин, я не играл с ним в 4 дня, я буду нубить. Я отвечаю, я буду про полным нубом. Нет, только не это. Окей. Спалили обнову на видосе. Что бы против разработчика бы сейчас играли? Так, напишу. С вас 1000R. С вас 1000R. С вас 1000R, если что. Блин, ребята, это будет очень потная дуэль против нас. Два типа, у которых ники нубики. Но я чувствую, что они нифига не нубики. Степа, USP Genesis выпал! Да вы не нубы! Мать моя женщина, у него USP Genesis. Вы это видели? Вы это видели? Мать моя женщина. Ладно, полетели. Давай, P350 у меня, хаешка. Флешка, у Кентусика, скорее всего, дигл будет, потому что, ну, первый раунд все-таки. Вот, ты тоже общайся, не стесняйся, вот. Ладно, все, все, пацаны, поехали. Так, что беру? Беру Desert Eagle и полетели. Все, мужики, поехали. Запомни, мужик. Если не важно, мы проиграем или мы выиграем. Главное, что не проиграем, дядь. Понял? Главное не проиграть ни в коем случае. Все, пацаны, поехали. Он Зик, он там стоит. Я ему дал хаешку. Я ему дал голову. Чувак, иди другую дроплен. Нормально, нормально. Да это софтеры! Ля, они префуют. Тут смог, он так же стоит там. О, один лоу, один без головы тоже. Ну, пожалуйста, ну пропушьте. Как же я хочу маслину поставить, Подожди, кентусик будет тебя чекать через тёмку. Он с дигом через тёмку будет чекать. Ай! Он там будет. Его тебе надо выбить. У него 68. Качки инвентаря! Попал. Два раза попал. Он через КТ. Он на КТ. Ай! Хлопани! Он лоу. Он очень лоу. Ну хлопани, давай. Тут 95, 5 хп. Давай. 5 хп у него. Где он? Я не знаю. Типа... Нормально. Давай, братишечка родной. Ля, у него 5 хп. Нам жопа, походу. Так, я выключаю фонную музыку, ребят. Шуточки закончились. Вот там, давай, 5 хп. Один раз попади. Один раз, у тебя 38 секунд. Давай, один раз, у него 5 хп. Не так. Нет. Что ты сделал? Убегай. Что ты сделал? Я не знаю. Что ты делаешь? Давай. 5 хп, он тут, один раз. Одно попадание. Лучший. Что ты сделал? У меня дигл там вылетел, я не пойму. Дурачок. Давай, родной. Не слейся! Ёпсели-мопсели. Ля, ну мы игра против задротов, это две легенды. У меня кнопка рядом с оружием. Так зачем ты меня продаешь? Я тебе продавал. Так убери ее. Так и будешь дальше. Все, я убрал ее. Убери все. Ну ладно, ты хотя бы показал то, что мы сейчас нубы. Чтобы вопросов не было. Ага. Блин, ну я не знаю, как, но они как будто знают, что я тут. Справа тип. Уехал. Нет, лонг возьми. Лонг возьми. Попал! Получай. Имба. Ё-моё. Так я ему тоже дал тычку. Что-то не летит у меня. Да, давай пушим! С двух ног! Давай добей! Ля, 17 хп снял всего лишь. Давай, мужик, я тебя умоляю. На! Все, найс. Что-то у меня вообще зажим какая-то габела. Надо префать. Дядь, я тебя прошу, умоляю. Префни. Кенчат читает, читаю, ребятки, читаю. Кстати, ребят, хотите, я промокодик дам? Ай, блин, мы опять опозорились. Все, аккуратно играй, главное не сливаться, потому что у них могут быть просто дробовики, и они могут нас просто тупо убивать как-то. Он вроде пушит, он вроде... Или нет? Да, подпушил, я дал хаешку. Не пуш. Не вздумай пушить. Не вздумай пушить! Найс. Я сейчас телефон зайду, чтобы звуки слышать. Давай. Стоп.
Багаюсь. Ну, чувак, ну ты же багаюзер. Ну, когда уже это все пофиксят? Вся надежда на вот этого типа BRX. А, это братишка. Братишечка, дядь, давай, сделай это ради меня. Я тебя прошу. Держим кулачки, ребят, хэштег удачи. И давай. Братишка, дядь, соберись. Я в тебя верю, ты сможешь это сделать. Покажи, кто тут папа. Давай, братишечка, мой ты маленький, мой ты сладенький. Ась, все, наконец-то, ё-моё. Все, давай аккуратнее. Короче, бери лонг, пожалуйста, потому что там, видишь, типа лонг пуш, тебе надо тоже лонг забирать его будет. Ну, типа префы, но не стрим смотрит. Ну, я просто в это не верю, но не стрим смотрит. Минус 25. Да не стрим смотрит, они префы, ты, ну, тебя это не смутило. Давай ты хаешки бросим, слышишь, хаешки бросим. Типа лонг пуш, поэтому тебе тоже надо просто лонг забирать. Все, ты подключил нормальный уши? Уф, какая-то подная каточка, походу, намечается, потому что, ну, реально хорошо стреляет этот типок. Ну, более-менее стреляет, на самом деле. Ты чё, ФК? Они пушат, походу, пушат. Хуя ты, бля, как братишка. Дядь, ну это ж ты! Хае бери, хае. Готов? Хае в дверь! Раз, два, три, родной, бросай! Лучший! Тёмку пушат! Чёмку прострел на лоха! Да как? Что это? Он лагучий, я из-за тебя умер, потому что ты меня забайтил. Дядь, не вздумай пуши, не надо! Текай. Флешку бросаем прям в щи. Ой, блин. Забрал, бота! Паш, хорош. Тебе надо... Всё, красавчик, МП7 у него. Давай, пожалуйста, красавчик, всё, он лоу. Давай. Дядь, аккуратно, я прошу очень аккуратненько, ради семьи, давай. Я тебя молю. Давай, родной. Бомбу еще не подобрал, типа, они смотрят стрим. Блин, дал ты прикроешь! Фу, блин, это меня тиммейт. Давай, братишечка, брат. Давай. Преф! Давай, он лоу. У него МП7. Да как? Как ты слил ему? Пушит. Лучший! Да! Мой, ты маленький братишечка! Дядь, а ты братишки настоящий, так я понял? Ютубер, брат. По-моему, да. Ну, это знакомые аватарки. Дядь, я просто думал, что братишки это они, понял? Дядь, хорош, мужик. Давай, мы должны это сделать. Давай, накажем тебе батл. Мы сможем это сделать, скажи мне, родной. Или мы еще как лохи сольемся? Все, играй, пожалуйста. Если мы проиграем, то ты косарь голды будешь отдавать. Не я. Нет. Да. Потому что твоя проблема будет, если мы проиграем, потому что ты лонг не берешь. Ты опять идешь в тёмку. Какая цель того, что ты идешь в тёмку? Когда я чекаю тёмку нормально. Я еще раз фу. Конечно, сможем. Что, ты же сольёмся? Тактика пикселей, это корона тактика маслят. Запомни. Нормально, есть одна падаль. Он не знает, что такое тактика пиксель. Аккуратно, не топай, дядь, не вздумай топать. С пачки чего нету. Настя, я убил, все. Он лоу вроде, да? Этот чел. Подожди, я ему дал флешку. Оба дом. Сейчас буду префать лохов. Я застрял! Твою мать, ну я тебя даже не видел. Я манал, ну это кнуфу, багаюзеры! Фу, блин, какие они багаюзеры, это тупо слип. Ладно, все, пацаны, нормально, сейчас братишки все затащат, сейчас все будет красиво, не переживаем. Кейси. Лучший! Хороший, реально хороший. Все, я сказал вам две буквы. Я вам сказал уже две буквы. Все, давай, мы забираем эту игру, мы должны забирать эту игру. Мы должны забирать эту игру. Нифига, он М16 бросил. Ну ладно, спасибо. Дядь, спасибо. А, лейтенанта. Ну ладно, дядь, спасибо. Спасибо, дядь. Ты сейчас М40 будешь играть? Ты гонишь? Да. Запрет свой М40! Запрет свою пукалку! Убил 41. Убил? Все. Лучше, все, хорош. Все, хорош, разыграли. У них сейчас не должно быть дропа, по идее. Но по идее у них реально не должно быть дропа, давай. Нормально. Ну, блин.
А чё шаги слышал справа? Давай присядем, давай просто дядь, мы лохи, дядь, мы лохи. Ладно, все. Давай крысить. Давай крысить, конечно, будем крысить, а чё бить, нормальная тема. Возьми пачку, короче. Вот видишь, ты как комнат начал брать, ты сразу начал убивать. Потому что у меня авик, я должен контрить кента. Он сейчас хаешку, скорее всего, даст какую-нибудь. Ой, жестко. Ой, вот здесь попал. А нет, пока что нету. Вот видишь, дал хаешку. Читай ему. Еще хаешка. Лонг возьми. Дядь, давай крысить, все. Они смотрят стрим, слышь, они смотрят стрим. Все, ждем. Они нас в ближайшие 30 секунд пушить не будут. У них, ну, им стрёмно будет. Все, давай, дядь. Ох, ща будет жестко. Мужик, я тебя умоляю, просто крысим до талу, слышишь? Крысим. Один у меня есть. Он в темке, Кент всегда темка стоит, а второй лонг. Ты чекаешь лонг? Чекаю. Ой, жестко. Не топай. Жди, не надо стрелять и запрещай тебе. Крысим. Брат, ты крысишь? Да. Брат, крысь еще больше. Крысь максимально как можно крысить. Это два какие-то жестких хита. Тик-так? Дядь, жестче, чем тик-так. У меня есть один тип, он крысит и смотрит стрим, скорее всего. Я ни разу не топнул, никак не палился, что я тут. Так. Спалился. Темку взял. Он ребра. Убил. Твоя флешка? Второй. Темка. Нет. Ставь. Ставь! Ой, он тут! Давай, пожалуйста. Поставь, все. Поставь. И уйди в ребра на время. Крыса. Слабо стрим не смотреть. На, в дырочку! Блин, я бот. Нет, не стоит так. Хорош! Да, засейви авик, сзади, сзади авик. Засейви. Все, хорош. Дробнешь? Я тебе куплю. Вылетай, префы. Блин, ну за что мне такое, ну блин, ну как они каждый раз сзади нахожусь, ну это вообще нереально, пацаны, фу, блин, хэштег душнил, фу, блин, как душно стало. Как ты его выкинул, что ли, или что? Да, у меня кнопки есть. Они какую ставку поставили? Ты не помнишь? Они вроде мега пера, а потом что-то другое уже. У меня, кстати, тебя на карте нету. Так что возьми тёмку, хорошо? Я взял. Ой, не тёмку, а лонг. Я фул. Ну вот видишь, темку взял, и ты фул. Он уже пошел. Хорош. Давайте. Опа. Блин, ну все. Ну это слив, это просто слив. Тут уже без вариантов. Ну понятно. Ну, фу. Какая падаль. Ну фу, мы слили. Тут нереально. Все, уже левать можно? А, 6-1. Я думал 7-1. Ну фу, я в таком тильте. Блин, я с обидой, я их даже пропушил, они взяли меня замочили. Я не верю, что это я честные игроки. Нереально так играть! Задроты, блин. Хорош. Не, у нас рейф пик. Не, он карман. Ну я говорю, банан, карман. На! Все, найс. Ну просто посмотрите, как он ставит хедшот, этот нубик, вот этот, что на первом месте. Вот это нубы! Вот это нубы, конечно, пацаны! Не, пацаны, вообще полные нубы типы, да? Капец. Не, дядь, ну они полные нубы. Вот ники не соврали, понял? Ни разу не соврали. Я таких нубов еще не видел. Нубы просто капец. Слышь, давай бросим АХЕшка им прям. Хочешь, что ли? Ой, там чё, кейсы, я запалил кейсы. Они могут кушать реально сейчас. Типа им сейчас вообще все равно. Они могут пушить, они типа 7-0. 7-1 отдают. Но главное комбат не сливать. Так. Тёмка. Мать моя женщина! Чуть не попала, падали. Сюда. Дядь. Не-не, есть план. Я отойду куда-то подальше, перезаряжусь. Ага, нормально.
работаем, ребятки, и у меня еще есть флешечка. Надо максимально сливово, максимально аккуратно. Блин, как же не хочу сливаться, вы даже не представляете. Пожалуйста, лишь бы не слив. Все хорош. Я ему тычку дал. Хорош! Я ему тычку Савика даю, он не умирал. Все, лучше, лучше, реально забрали. Ну, можно ливать, можно ливать. Все, все, все. Ну, я ливаю. Фу, блин. Ну тут нереально выиграть. Ну, ой, фу, блин. Мы два нубика! Ты нас вырежешь в нулину! Ой, фу, пацаны. Вам самим-то не стыдно?